для детей, достигших 12 лет. Каждый человек пишет свою судьбу. Кто-то мечтает стать врачом и помогать людям, кто-то работать в культуре или, например, в образовании. Сегодня мы приехали в Сарыкольский район. Наш герой – заслуженный строитель дороги. Сейчас он еще является меценатом и почетным жителем Сарыкольского района. Давайте с ним познакомимся. В уютной беседке Ваник Тигранович Милоян открыто и честно рассказывает, как создавал свое дело, с какими трудностями сталкивался и почему даже спустя столько лет любит свою работу, свою страну, район, небольшое село. А ведь когда-то на этой территории был заброшенный пустырь, сейчас здесь одна из самых успешных строительных компаний в области. А все потому, что его главные правила – это честность, трудолюбие и человечность. Его историческая родина – это Армения. Он там провел свое детство, но часто мальчишкой приезжал в Казахстан, в Сарыкольский район. Так получилось, что остался на всю жизнь. На его долю выпали нелегкие времена, строительство собственного дела, развал Советского Союза. Он вспоминает, что тогда всем было тяжело. На работы не было, а детей нужно было кормить. Говорит, видел, когда одна семья пыталась прожить на 1 килограмм риса. Сложно, печально, но это было. Поэтому очень большой груз ложился как раз на тех, кто пытался построить, восстановить и открыть. У нас здесь было просто, не каждый мог выживать. В нашем районе было это точно сложно. И свет не был, и воды не было. И зарплата не было, все, весь скот порезали. Это было, конечно, это было такие годы, что никто не может, я думаю, сказать, что хорошо прошел это все. Но все равно, спасибо нашему Елбасы, все наладил, все живем. Сегодня может в Казахстане только жаловаться тот, который ленивый, который, у кого в голове проблемы. А все остальное – работать, жить. Сегодня Ваник Тигранович строит дороги по всей области. Крупная компания, которая обеспечивает жителей Сарыкольского района рабочими местами. У меня был отец, здесь совхоз был в Чехове, раньше как бы приезжали на заработок. Я с 8 класса приехал к нему как бы на каникулы. И все, понравилось мне как бы Казахстан, я. В те годы, как бы с 79 до 82 года, приеду, еду. А после 82 года, уже как бы после армии, 84, мы постоянно уже. Мне как бы понравился сам народ, понравилась страна, понравилась природа. И вот живу здесь. Дети все, внуки здесь родились. Так и живет здесь большой, дружной семьей. Работает, строит, и в его коллективе трудится около 60 человек. Сейчас, говорит Ваник Тигранович, со специалистами сложно, поэтому хорошие кадры нужно ценить. Одни не хотят ехать в село, другие вовсе ждут легких денег. А чтобы предприятие было успешным, надо, чтобы вся команда работала добросовестно. В свое время здесь был асфальтный завод, еще ДСУ-10 был. Потом я территорию взял один товарищ, он начал распродавать все, и я купил эту территорию, создал свой небольшой ТО. И сегодня, грубо, 60 человек работает, каждый месяц зарплата. Здесь была, как бы, вот эта территория именно, была свалка. Здесь ничего такого не было. Мы сами вот поставили, убрали все. Я до сих пор вот территорию засыпаю, вожу за 10 километров грунт, где, скажем, разрешается брать его. Засыпаем, поднимаем и как бы... А здесь был, на этом месте был свалка. Я эти сложности, если честно, я их не замечаю. Я, если взялся за одно дело, без всякого страха я работаю. А там уже страх это как. Страх это тогда, когда не получается. А так страхов нет. Не, тяжело, конечно, когда... Ну, как бы начинаешь, охота, что должен не бить, охота, что все было свое. Есть такое, а так все нормально.
Он уверен, что только бездельники, которые не стремятся к высотам, остаются у разбитого корыта. Сам Ваник Тигранович когда-то окончил дорожно-строительный факультет. Смеется и говорит, что у его нации талант к этой профессии в крови. Если я обманул дороги, значит, я обманул народ, потому что на этом дороге едут миллионы людей. Так же надо относиться от души к дороге. В кабинете Ваника Тиграновича чисто и уютно. На стенах фотографии, грамоты и медали. Сейчас он входит в состав меценатов района, которые помогают селу развиваться. Ведь для него село – это большой дом, а люди – друзья и товарищи. Он гордо носит звание лучшего дорожника и почетного гражданина Сырыкольского района. За все эти годы он успел не только построить сотни километров дорог, но и крепкую дружную семью. И второе он считает своим самым главным достижением в жизни. Трое детей, пятеро внуков и любимая жена, в браке с которой они уже 35 лет. Все трудятся в одном звене, помогая отцу семейства. Я хочу, чтобы дети продолжили, грубо. Я есть момент и говорю, делайте сами. Но тут же, спасибо моим детям, они всегда советуют. Я даже куда-то еду, иногда ругаюсь, говорю, не звоните мне, сами делайте, у них не получается. Обязательно позвонит, обязательно согласуется. А так, не, они у меня самостоятельные, сейчас скажем, я могу ничего не работать, просто контролирую, ну просто не получается пока. Работать, какая бы эта сфера ни была, всегда сложно, тем более начинать с нуля в непростое для страны время. Но Ваник Тигранович не устает благодарить родину, людей. Мир, согласие, толерантность и понимание – это главные ценности Казахстана. Говорит, для нас соседи как родственники, с ними можно и радость разделить, и горе пережить. Я благодарен этому народу нашему, казахам, казахстанцам. Мы себе оценку не можем давать вот здесь, которые нам... И мои сваты сюда приезжали, и все как бы довольны, и все радуются. И не скажу, что я сделал такую ошибку, что живу здесь. И вот трое детей, скажем, у меня, они живут возле меня. Все нормально. Говорит, самое главное в работе – не обманывать людей. Только командой можно показать хороший результат. Говорит, когда начинал, в его автопарке было несколько спецмашин. Сегодня это качественная спецтехника, без которой даже не стоит начинать какое-то дело. Есть люди, которые, скажем, есть сегодня копейка, он вкладывает там хорошую машину, или у соседа есть, а у меня нет. А если вкладывать именно там, где он, этот, я вот сейчас вы меня ждали, я приезжал с базы. И почему я туда вкладываю? Я сейчас делаю ремонт, потому что этот скот тоже должен жить в условиях, да? А если у меня трактор, вот, извиняюсь, на буксире я притащил, как он может на поле работать или на дороге там въехать работать? А когда сегодня государство помогает, дает нам все возможности, и льготы, и субсидии, и не могут они воспользоваться. Сегодня, скажем, у нас есть немножко земли. Я сегодня купил навозоразбрасыватель, меньше навоз, вывозим на поле себе. Я знаю, что отдача должна быть. А если я буду только заниматься тем, что сам себя обмануть, ничего не будет. Я скажу, мне было тяжело как бы вот выбрать такой коллектив. Сегодня я считаю, что коллектив этот второй половина семьи своего. Я так их ценю. Я стараюсь делиться все их проблемами, когда вот касается мне не семейный, там, кто с мужем там. Не такие проблемы, а то, которые вот есть решение, я всегда спрашиваю, если без настроения. Ну и человеку сегодня что, надо оценить его труд и надо дать ему свое время зарплату. И все, вот это два вещи. Я не говорю, ну, всем хорошим не получается обидеть. Есть, которые нас обижают, есть, которые я обижаю, не без этого. Но все равно я вот, спасибо вот моему коллеге. Все мне как бы понимают с полуслова. Если есть, я всегда стараюсь тому, что человек должен прийти на работу в настроении, а не то, что думать, ой, опять я на работу пошел. Ну, не всегда это получается. Ну, сегодня, скажем, слава богу, у меня получается.
Сегодня Ваник Тигранович работает над различными направлениями в своем деле: строительство, животноводство, социальной сферы. Даже мечтает возвести в Сарыколе своеобразный парк отдыха для людей, чтобы с села не уезжали, а наоборот. Ведь он сам, когда-то, будучи молодым парнем, не испугался трудностей. Ведь неважно, где ты живешь, главное, как ты относишься к этой жизни, к своей стране, к людям, которые тебя окружают. Честно скажу, на семью, да, я ухожу в 6 утра, прихожу домой 10 в 11. Получается, у меня ухожу спят, прихожу спят. Ну, не всегда. Выходной, как такого, у меня практически нет. Я таким этим сейчас своих детей воспитываю. Если их желание есть работать, надо не проспать. Надо как бы относиться серьезно к работе. Я никогда не прихожу на работу, если вперед меня мой рабочий пришел. Такого у меня ни разу не получал. Как бы то, что вы говорите, этот годы так прошли, что я даже не заметил, что мне было тяжело. Несмотря на все успехи в работе, его главная победа – это дружная семья. Дети, внуки, любимая супруга, которая и силы дает, и руку помощи всегда протянет. Сейчас. Мое счастье, что у меня хорошая семья. Все-таки в семье счастье? Да. А все остальное – богатство, все остальное – в каждой семье создает уют вся эта женщина. И каждый мужик может похвастаться, что имеет такую семью, это только благодаря свою половинку. Да? Это, думаю, так. Ну, важно вот именно то, что она вас, возможно, поддерживала все эти годы. Для вас это было помощью? Конечно, вашей? Конечно. У меня один друг есть, он уже в городе живет, Жумагали. Он всегда говорит, твое достижение 80%. Я говорю, ты хоть пополам сделай, нет. Я скажу, что 90% всего достижения этот, у каждого мужика этот дом. Секрет это у жены. Когда приходишь в нормальный дом, когда все есть, когда, я думаю, это самое главное. Его почерк вроде и простой, но при этом чувствуется уверенность. Он многое сделал и продолжает строить планы. И я точно знаю, что и по его стопам пойдут и дети. Ведь можно долго жаловаться на жизнь, на несправедливость, хотя для того, чтобы добиться успеха, всего-то надо работать, любить свою родину, достойно относиться к людям. Счастье у каждого в руках. Главное – не упустить момент.